Андрей Коробов отпросился с работы, чтобы заплатить за коммунальные услуги. В очереди стоит уже около часа. Когда она дойдет до заветного окошка, не знает. Потому что праздники, наверное, были. После праздников решили все сразу заплатить. За газ квитанция до 10 числа заплатить. А сегодня уже какое число? Как можно до 10 числа заплатить? Причина длинных очередей не праздники, а изменения в законодательстве, уверены работники почтовых отделений. В декабре Верховная Рада внесла изменения в закон Украины. Теперь на долги, которые образовались после 1 января 2011 года, будет начисляться штраф. Отсюда очереди в отделениях связи и сберкассах. Потому что народ боится, чтобы больше денег не платить. Квартплаты так дорогие. Я считаю, если ее назначат, и вот так, такие платежи, мы будем все в возмущение приходить. Но ситуация не критична, и поводов для паники нет, говорят в Мариупольском управлении ЖКХ. Механизм начисления и взимания пени еще не разработан. Предполагается, что за один день просрочки платежа должник заплатит 0,1% от общей суммы долга. Если вы заплатите на 10 дней позже, то сами можете посчитать, вы знаете сумму своего платежа, насколько это будет. Это будут копейки. Но чисто психологически это будет на человека давить. Потому что, ну все равно, даже отдать 5 копеек своих, поверьте мне, просто которые я мог бы не отдать, да, а отдать их в другое место, это уже тоже человека будет подстегивать. Сегодня люди оплачивают услуги, полученные в декабре 2010 года. Уже через несколько дней очереди должны исчезнуть, прогнозируют в отделениях связи. У нас всегда до 20 числа основная масса населения коммунальные платежи оплачивают. После 20 числа ежемесячно уже идет спад плательщиков коммунальных платежей. Мы всех обслуживаем в течение всего месяца. Пожалуйста, приходите, платите. Если срок платежа не поджимает, выстаивать длинные очереди не обязательно, считают работники Укрпочты. Ростислав Сысоев, «Панорама».